Мы приехали в ботанический сад, королевский ботанический сад Kew Gardens. Ну, конечно. Называется королевский ботанический сад Kew Gardens. Тут написано 250 видов магнолии на территории этого ботанического сада растет. Вот это одна из них. Но это, видишь, какая-то такая магнолия, такая какая-то желтоватая, такая чайного цвета. А, да, понюхай. Ой, какая прелесть. А у меня желтенький носик. Да, чуть-чуть. Там у нас колокольчики разные, много разных здесь. Ну, вообще, громадная территория. Вот у магнолия тоже, да, она чуть больше отцвела. И сейчас как раз весна в Kew Gardens. У них сейчас такое время, что все цветет. И здесь должна быть и сакура, и, ну, там сирень. И разные уже цветочки везде зацвели. И вот мы пойдем посмотрим. И здесь еще много разных больших зимних садов тоже есть. Что, еще лучше пахнет? Шикарно, да? Как духи. Как духи? Да. Нельчика, пойдем. Я тебе покажу. О, какой цветок. Слушай, а что это такое цветет? Какое-то шикарное, нереальное, громадное дерево. Как будто бы снежно, да. Магнолия тоже пахнет. Ну, сейчас я сниму, тоже понюхаю. Это даже лучше, чем духи. Даже лучше, чем духи. А беленькие цветочки пахнут? Какие? Вот эти вот. Снежные. Не очень? Мне кажется, какая-то черешня. Это? Ну да, мне кажется, вишня или черешня какие-то вот такие. Они на длинных хвостиках эти вот. Пушистые. Вот какие они на длинных. Да, наверное, какая-то вишня или черешня. День. Красота. Ну, показывай, что тебе тут понравилось. Вот эти классные деревья. Супер красота, да? Да. Ну, пойдем дальше. Мы еще хотим пойти в стеклянный, в зимний сад, там, где будут разные пальмы. Если и так тепло, можно и пальмы сюда выпускать. Не, ну а зимой-то не тепло, поэтому они зимой там растут, а куда же их не будешь пересаживать? А я поехала. Аля поехала. Давай. Вот мы подходим к Palm House. То есть такой вот дом пальм. Вот там много пальм, там просто тропики. Аля, пойдем в тропики, в джунгли. А вот в этом громадном стеклянном доме очень много разных пальм, и там прям такой климат, как в джунглях. Ну вот так, это сейчас зайдем и посмотрим. Да. А Нелли куда? Нелли, пойдем. Пойдем с нами. Да, красивые цветы. Белоснежные. Помните? И много-много таких ромашечек, маргариточек. Да, и гуси. Будем ходить между деревьями, да? Там такой tree-top walkways. И там наверху-наверху будем ходить. Мы наверху. И вот у нас под ногами в дырочку такая вот земля. Нет, не земля, как-то пол. И мы наверху, вон там вот поднялись мы на этом лифте. Высоко-высоко. И называется tree-top walk, да? Там вот один из глазхаусов чинит его, одна из оранжерей. Поэтому так немного шумновато. А вообще как бы, вот мы как, высоко. Там Лондон. А это все большая-большая территория вот этого парка Kew Gardens. И вот мы везде здесь гуляем, цветочки нюхаем. Уже весна. Все зеленеет, очень красиво. И вот эти, кстати, переходы, они немножечко шатаются на ветру или от движения. В общем, такое ощущение не совсем уютное. Идем. Ну, куда мы пришли, Аля? На поле колокольчиков. Тут такая лесная часть этого ботанического сада. И здесь колокольчики, колокольчики вот. Их очень много, они такие красивые. У тебя одуванчик. А тут колокольчики, да? Ну-ка. Вот они какие. Красота неописуемая.
Ну, мы идем к пруду с лилиями. А потом пойдем вот туда, вот купол, там, где пальмы растут. Мы в него сразу не зашли, решили погулять, потому что погода очень хорошая. Да, а сейчас вот пойдем дальше. Ну, такой, буквально пару капель дождика было, правда? Да, ям. Хорошо, пошли. Мы нашли павлина, который сидит высоко-высоко. Вон павлин сидит на ветке. Вон павлин сидит и кричит там. Очень высоко сидит. Вот здесь вот павлин сидит, его, конечно, плоховато видно, и он оттуда кричит. А ему отвечает второй павлин, а второй павлин сидит вот где-то на вот этом вот дереве. Там вот под ним люди тоже столпились. И они время от времени перекрикиваются, кто громче и, наверное, кто здесь важнее. Далее. Почему это так? Второй павлин мы нашли, вон сидит сверху. И вот они время от времени здесь кричат. А пойдем мы сейчас вон туда, наверное. Смотреть на ромашки. Ромашковые поля. О, как раз тут павлин кричит. Я думаю, этот сейчас ответит. Ну, ты будешь отвечать? Тут товарищ прокричал уже. Нет, не отвечает пока. Думает. Здесь она с утка ходит. А там Аля пошла на павлина смотреть. Конечно, в Чехии мы много павлинов видели, но все равно они такие красивые безумно, поэтому... Нелли, не гоняй только его, пожалуйста, не гоняй, только смотреть. Это тот, который сидел вот, громче всех кричал, спустился с дерева и пошел гулять. На фоне, конечно, цветущих этих он выглядит превосходно. Красавец какой. И девочки наши за ним. Не трогать, не трогать, не трогать. Конечно, он на деревья будет залетать. Тут за ним такая толпа ходит, чтобы посмотреть, когда он спускается. Павлин пришел. Вот куда павлин пришел. Его здесь кормят. Не трогайте, да. Он кушает. Все, поел. Не трогайте только хвостик его, не трогайте, пускай он ходит. Сейчас пойду кушать, а сейчас погуляюсь вот здесь. Тут пруд какой красивый, Аля. Покажи, какие там ромашки. Ты видела, какие там? Ну, посмотри, какие там полянки все покрытые ромашками. Давай, срывай, давай. Вышли мы на новую аллею с этими ромашками и пойдем вот там вот, там оранжерея с пальмами, вот туда мы идем. Аля, скачешь? Ага, гусины, тут гуси ходят. Да. Здесь банан, здесь просто супер. Причем мы там были с Наташей. Это сестра моей крестной. А мы, кстати, не зашли еще посмотреть на пальмы, потому что все очень устали, да? В следующий раз еще зайдем. Очень большой парк. Поэтому прям все вместе нагулялись. Да, как Олтон Тауэрс. Только там есть разные аттракционы, да? А здесь просто очень красиво все, да? Это река Темза. Темза, да, река? Вот, она тут просто, конечно, мы чуть подальше от центра города, поэтому она тут такая вся зелененькая со всех сторон, да? Ну, потому что в городе, там вокруг только дома и вообще набережные. Ну а что? Сейчас мы едем по Энгелку. Так, ну что ты скажешь? Ставь лайк и подпишись на канал, и даже если ты ставь лайк.